Украинские пограничники в Львовской области решили позаботиться о своих четвероногих коллегах в жаркую погоду. Теперь стражи рубежей щеголяют в симпатичных кожаных носках, которые защищают нежные подушечки лап от разогретой почвы. Помимо заботы о животных, такая обувь выполняет еще одну важную функцию – защищает машины от острых когтей. Пограничники говорят, что в результате собаки так полюбили свои носки, что теперь даже отказываются работать без них. Около 70% незаконных продуктов и вещей удается обнаружить именно при помощи служебных псов. При температурах выше 25 градусов. Когда температура выше 25 по Цельсию, служебных псов вывозят только на экстренные операции. Тогда мы надеваем на них такие носки. Им было непривычно. Они поднимали лапы, рассматривали носки, пытались снять, но ничего, потом привыкли.